Здравствуйте! В эфире программа «Твой островец». Все самые интересные новости города и района под объективами наших видеокамер. В рамках 500-летия книгопечатания в Островце запланированы различные мероприятия и тематические акции. Инициатором одной из них выступила редакция газеты «Островецкая правда». Акция прошла в деревне Ворона. А в детской школе искусств состоялся творческий вечер нашего земляка, поэта Станислава Володька, который приехал на родину не только со стихами, но еще и с песнями. И немного экстрима. Островецкие моржи создают собственный клуб. Мы получили членский билет ценою окунания в ледяную воду. Обо всем этом немного позже. А сейчас остановимся на главном событии прошедшей недели. Субботний день в средней школе номер один стал самым долгожданным для педагогов и учащихся за последние 4 года. Именно столько времени занял капитальный ремонт единички. Работы начались еще в 2013 году. В первую очередь менялась крыша школы. А уроки в то время буквально проходили под звуки ударов молотков и рев перфораторов. На ремонт из местного бюджета было выделено более 6 миллиардов недономинированных рублей. За эти деньги помимо кровли обновили третий этаж и систему отопления. А также частично заменили канализацию, отремонтировали санузлы и спортивный зал. Процесс не был спонтанным. Средняя школа номер один – самое старшее учреждение образования города. Неудивительно, что в плане капитального ремонта городских школ она заняла первое место. Выполняя программу агрогородков 2005 года государственную, отстраивали сельские школы, преобразовывались. И нам болела душа, как говорят в народе, болит душа и сердце о том, что мы как-то не могли больше средств направить на городские школы. Они были немножко подзаброшены, если так говорить. А сегодня уже такая уникальная возможность удалось отремонтировать школу для наших ребят, для наших жителей. Это первая школа среднеобразовательная в Островце. В прошлом году к процессу преображения присоединился инвестор – Всемирный банк, который в рамках благотворительного проекта выделил на предложение ремонта более 700 тысяч долларов. Денег хватило на покупку всех необходимых стройматериалов, мебели и самого современного оборудования и техники. С третьего этажа ремонт наконец спустился ниже. В таком режиме продолжать учебный процесс стало невозможно, и на помощь пришла младшая сестра – вторая школа. Именно в ее стенах новый учебный год совместно встретили учителя и воспитанники обеих школ. Это никак не повлияло на прохождение учебного процесса, поскольку с первой школой мы дружим, первая со второй мы дружны. Ну, было весело, интересно, особенно насыщенно проходили субботы, это шестой школьный день, мероприятия одной и второй школы, много детей. Это было здорово. Тесноты не было. Сегодня уже в обновленное здание школы пришли и друзья из двоечки. Правда, не парты делить, а порадоваться за коллег и друзей. Со вторым днем рождения школу поздравили и почетные гости из районного совета депутатов, исполнительного комитета, отдела образования, спорта и туризма, а также управления капитального строительства. Не обошлось и без традиционного разрезания красной ленты и вручения символичного ключа, после чего торжественная церемония перешла в познавательную экскурсию по школьным владениям. Директор обновленной школы Марина Кутович, сравнив ее до и после, буквально не узнает родные стены, а главная оценка проделанной работе убеждена – это улыбки и радость детишек, для которых школа не просто образовательный этап жизни, но и второй родной дом, где вручают бесценные путевки во взрослую жизнь. Когда видишь, когда они тут фотографируются, заходят по кабинеты, восторгаются, это самое главное. Потому что школа создана для детей, и все, что в ней есть, конечно же, для наших детей, которые в нашей школе самые лучшие, поверьте. Хотя и этот результат еще только знак препинания в процессе благоустройства. Еще есть что подмазать, поправить и докупить. Но самое главное, еще нужно благоустроить территорию школы. Вот эту символичную точку и пообещали поставить в День знаний. Еще надо много сделать. И я думаю, настоящим большим праздником мы должны это сделать к 1 сентября. Совместно поработать как власть, как родители, как сами детки, чтобы потом больше и ценили то, что сделано своими руками. Ура!
уроженец островецкой весочки Подольцы, патриот Беларуси с латвийским паспортом Станислав Володько завсюды жаданный гость на нашей островецкой земли. Верши, а теперь уже и песни поэта и автора сбирают у концертной зале дитячей школы мастерств не только его сябров и однодумцев, але и всех прихильников белорусской поэзии и песни. Будучи поэт на белорусской земле, прошел все житевые институты. Народился и вырос у Подольцах, закончил Жуконинскую среднюю школу, отслужил в войску. После службы вернулся на родиму и стал працевать водителем у родном Саугасе. И кто бы ведал, что про 3 года переход на працу на чыгунку символично переведе его житевую дорогу быцем стрелки на путях у Долгопилс. Менавито в этом городку Латвии Станислав Викторович нашел свое кохание и пустил корони. Вот такой житевый контраст. Механик по специальности и поэт у души, громадянин Латвии и щирый белорус Станислав Володько заочно поступил на филологичный факультет Белдержуниверситета, где и ожитявил дитячую мару. Верши он начал писать еще в дитинстве, яго первый твор «Вилия» был надрукован у газете «Островецкая правда» в 1974 году. Вот шаи не стискали, а у дорогу мамы легко нас... Так легко, як графином отпускали. Дякую. Недавно сябры поэта написали музыку до его вершил. Так и узник новый напрямок у его творчести. Со своими песнями и приехал Станислав Володько на Островецчину в этот раз. Нагода такая, что сустреться со своими земляками в первую чергу. Навод не глядячи, кольки годов за плечима. Это уже по-перше. Вот. А другое нагода, как... Песни, которые появились на свет у меня, они шли по свете и гучали не только у нас в Латвии, нигде, в Эстонии их спевают белорусы, а и наши островчане так само их спевали. И сегодня прогучит несколько моих песен, что очень приятно. Приятное стало и сотрудничество с Александром Якименком. Вот шерох песен написано на совместных, и они сегодня так само прогучат. И искрою своей так щедро не оттяжи. И хотя завитать на родиму у Станислава Викторовича отрымливается не так часто, как хотелось бы, любовь до айчины, земляков, до родной мовы у сердца поэта живе завсёды. Об этом свечит его деятельность у цудовной краине Балтии. Там, у тем лику, дякуючи Станиславу, белорусское слово не только протягивает жить, але и становится вельми популярным. Допомагают ему в этом сябры и однодумцы. Дякуючи подтримке местных улад, у нас створений Центр белорусской культуры, который финансуется, штатные одинки працуют. Вот. И при этом центре, где можно сказать, перед тем, как был створен центр, было створено Белорусское культурно-освітницьке товариство «Уздым», якое громадская организация, якая пленно працює. У нас есть белорусская недельная школка, у нас есть свои ансамбли и вокальные, и танцевальные. Вот, и мы латкуем Дни белорусской культуры и проводим на вот такое свято, великое, якое уже стало международным святом, называется «Белорусский кермаш у Даугавпилса». Мы запрошаем гостей не только из Прибалтики, але и из Беларуси. Приезжают ансамбли, особливо с городов, как Браслав, Верхнядвинск, помежных городов. И проводим такие красочные фестивали уже. Творчесть автора давно на слуху не только у родных мястинах. Творы поэта ведают и любят у Литве, Польши, Украине и навод у Великобритании. Член Рады згуртавання Белорусского свету «Батьковщина» Станислав Викторович Володько, куды б не приехал, усюды жаданный гость. Старшиня Минского городского отделения Союза письменников Беларуси Михась Позняков не смог дозволить себе пропустить сустречу с давним сябром. Лауреат 3 республиканских литературных премий «Лепшая книга года» повиншовал коллегу своими вершами, подарил цудовные сборники и уручил медаль гонорового члена Союза письменников Беларуси. Змалку звезенные с любой айчины, одорванный от матчиной мовы, и он вернулся поэтом и сыном, улюбенным украй свой и слово.
Увогуле творчы вечар Станіслава Валодзькі стаў сімвалічным, бо адбыўся ў знакавы для Беларусі год, калі адзначаецца 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Ушанаваць памяць гэтай цудоўнай падзеі паэт з Латвіі плануе на радзіме Скарыны. Ну, мы збіраемся прыехаць на дзень беларускай пісьменнасці, які будзе праходзіць у Полацку, які ад нас не так далёка там. Вось, і паўдзельнічаць у гэтым свяце, гэта першае. Ну і вядома, мы нейкія імпрэзы зробім і ў Даўгавпілсе, паскольку ў нас ёсць цэнтр беларускай культуры, то я думаю, нешта мы сплануем у гонар 500-годдзя кнігавыдання. Калектыў рэдакцыі газеты «Астравецкая праўда» таксама задумаўся, як адзначыць 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, і было вырашана арганізаваць спецыяльную акцыю, якая дапаможа папоўніць кніжныя фонды сельскіх бібліятэк. Вырашылі, што таксама арганізуем сваю такую добрую справу акцыю 500 кніг сельскім бібліятэкам. З асабістых бібліятэк супрацоўнікі рэдакцыі збяруць кнігі і адвязуць іх у нейкія сельскія бібліятэкі. Ну вось у рамках гэтай акцыі мы сёння і прывезлі сюда больш за 100 кніжак, я не памятаю, колькі дакладна. Затое нам з фотакорам рэдакцыі дакладна запомніўся цікавы груз. У дваіх яго было як падняць. Колькі па ліку кніг сказаць цяжка, але што ў торбе было больш як паўсотні кілаграм, я магу заверчыць як аматар сілавога спорту. Тым не менш, пасылку даставілі ў цэласці і захаванасці. Гэта першы сэрцастук, нарадзіўшыся ў думках журналістаў «Астравецкай праўды» акцыі «Падары кнігу» ў знак 500-годдзя нараджэння беларускага кнігадрукавання. А менавіта Варонская бібліятэка стала першай у раёне, дзе рэдактар Ніна Рыбік падзялілася часцінкай сваёй асабістай дамашняй калекцыі кніг. Якой літаратуры там толькі не было, ад навукова-папулярнай, мастацкай, даведачнай да забаўляльных часопісаў. Тут і класіка, і беларуская літаратура, шмат перыядычных выданняў, так званых тоўстых часопісаў, і такіх, больш такіх папулярных, жаночых. Навукова-папулярная літаратура, там і нейкія такія парады псіхалагічныя, і дзіцячых шмат цікавых кніжак, і фантастыка, і казкі. Ну, самая розная. Ідэя падарыць кнігі Варонскай бібліятэцы ўзнікла падчас нядаўнай сустрэчы з яе чытачамі. Тады Ніна Рыбік паскардзіліся, што кнігі старыя, фонд амаль не абнаўляецца. Куды накіраваць першую дабрачынную дапамогу, сумненняў не было. Таму што тут працуе вельмі цікавы бібліятэкар, вельмі такі захоплены сваёй справай, чалавек-энтузіяст, проста які заслугоўвае усялякай пахвалы, Марыя Станіславовна, гэта такіх ужо мала засталося адданых справе бібліятэчнай. Для Марыі Станіславовны такі падарунак стаў найлепшым, і вёска парадуецца, і бібліятэка жыве. Гэта ёсць то самае бібліятэкарскае шчасце. Вельмі мне прыемна, што выбралі маю іменна бібліятэку, што я папала ў ліку першых бібліятэк, каторыя падарылі кніжкі. Ну, я думаю, што эта акцыя будзе не першая і не апошняя. І думаю, што мне не толькі «Астравецкая праўда» рэдакцыя падарыла кніжкі. Я думаю, яшчэ найдуцца спонсары, каторыя будуць таксама дарыць кніжкі ў бібліятэку не толькі для дарослых, але і для дзяцей. І вельмі прыемна, канешна, прыемна, што мае чытачы палучылі кнігі, цудоўныя кніжкі, каторыя, і пазнавальная літаратура, і дзіцячая літаратура, і мастацкая літаратура, і што папомніўся мой фонд мае бібліятэкі. Хочацца сказаць вялікае дзякуй усім арганізатарам гэтай акцыі. А Ніне Рыбіку у сваю чаргу хочацца, каб гэта невялічкая, але вельмі патрэбная акцыя закранула ўсіх нераўнадушных і разраслася ў грандыёзную падзею, якая прадоўжыць жыццё беларускага слова. Я вельмі спадзяюся, што гэтую акцыю падтрымаюць не толькі супрацоўнікі рэдакцыі, але і нашы чытачы. Мы збіраемся звярнуцца да іх з такой прапановай, каб яны таксама, калі ў іх ёсць нейкія незапатрабаваныя кнігі ў хатніх бібліятэках, прыносілі іх ці ў непасрэдную бібліятэкі, ці ў рэдакцыю мы потым перададзім бібліятэкі. І як бы там ні было, як бы там ні развіваліся тэхналогіі, калі пачыналася кіно, казалі, што вымра тэатр. Калі з'явілася тэлебачанне, казалі, што памрэ кіно не будзе. Ну, цяпер вось, калі з'явіўся інтэрнэт, кажуць, што не будзе ні кіно, ні тэлебачання, ні тэатра, ні кнігі, ўсё заменіць інтэрнэт, там не менш, усё гэта самастойныя віды мастацтва, літаратуры, ўсё гэта жыве.
І ну, не забавляємося ми, напевно, і інтернетом, і все одно, навіть ті, хто вельми добре користується від інтернету, все одно любить прийти, розкрити стару добру книгу і почитати її. Экстрим и здоровый образ жизни, 20 сантиметров льда и 10-метровая прорубь, моржи или белые медведи – все это хэштеги нового трендового мероприятия, которое собирает под островцом самых закаленных и смелых людей. А разве другой заставил бы себя покупаться на озере в феврале? В здоровом теле здоровый дух, именно с таким девизом и окунается в холодную ледяную воду. Самые преданные островецкие моржи, к команде которой с недавних пор присоединился я. После событий крещения, когда я окунался в проруби в Иордании, да? На сегодняшний момент я могу сказать, что вода стала что ли теплее, потому что у меня все-таки уже какой-то наработался опыт, который нарабатывается ежедневными какими-то закалками. Да и в целом... Надо вести здоровый образ жизни, потому что... Вода насколько прекрасная, настолько и опасная стихия, особенно в морозы, ведь в проруби температура воды опускается до минус 5 градусов. Окунуться в такую ледяную жидкость может лишь подготовленный умом и телом человек, а для этого и нужен опыт. Вот как у организатора и вдохновителя мероприятия Вячеслава Лобачевского зимнее купание будущий успешный предприниматель полюбил в то же время, когда научился плавать. Сегодня свое хобби Вячеслав Станиславович считает панацеей не только от болезней, но и в целом от всех жизненных проблем и неудач. Естественно, вода и зимнее купание – это такие спутники, которые продлят человеческую жизнь, облагородят здоровье и безболезненно позволят жить оставшийся промежуток времени. А молодым людям дадут толчок для более творческой работы. Почему? Потому что здоровый человек – это качественный человек. А за здоровьем далеко ходить не надо. Вы постоянно обливаетесь, окунаетесь, употребляете холодную воду для своего тела, и мы сразу получаем эффект. Я думаю, те, кто сегодня принял холодный душ, эти ванны, себя чувствуют прекрасно. И когда мы общаемся, они говорят: вот, спасибо, что вы нас, так сказать, объединили. К слову, это уже пятый раз, когда мы измеряли температуру воды водохранилища на усадьбе островецкого фермера своими телами. А особенным этот день сделали в том числе и молитвы священников. На этот счет у верующего христианина Вячеслава Лобачевского вполне разумные доводы. Хотите, я вам скажу, духовность и здоровье – и личность, и человек – это неразрывные вещи. Если человек потерял веру, если человек потерял ориентиры в божественность, значит, он пустой. И пустой человек – это пустой звон. А нам хотелось бы, чтобы в душе у нас было наполнение, чтобы человек был кругом богат, богат здоровьем, богат духовно, богат идейно. Вот такой нам нужен сегодня человек, в сегодняшнем мире даже. Коли здоровый дух, дякуючи здоровому телу, то так само и дякуючи здоровому духу будет здоровое тело. А коли это еще было с молитвой, так само хочу это подкреслить, что не только пришли и, скажем так, этот аспект только материальный, правда, как здоровое тело было, а это мы распочали, как бачено было, как так само распочали с молитвы, правда, с благословения Божьего, тому это взаимодействие. Связано в здоровом теле здоровый дух, але у здоровом духу так само со здоровым духом и здоровое тело. Тому вельми позитивно это мероприемство, и тому так само у нас есть такое свято, как и хрест Пана Иисуса Христа. Ну, может, ранее мы это 6 студеня у нас обходится, святкуется. Ну, может, таких нема таких массовых купаний, але також ну, человек для себе, правда, может за все зробити, а тут як так по-братерску. С такой супольности, правда, и вельми доброй атмосферы. Тому только позитивные эмоции. Морж со стажем Иван Круг сменил Мальский водоем на озеро Лобачевского после того, как деревенское водохранилище покрылось непробиваемым льдом. Без студеной воды, признается, уже и жить не здорово. Вот это дает силу, волю дает, понимаете, мы и тому подобное, понимаете. Уже организм требует, чтобы сходить. Если не искупаешься, все уже чувствуется, вот, понимаете. И даже мне 73 года, понимаете, так вот. Вот такие дела вот. Хорошо. Дает
силу воли, вы понимаете, раз. Спасибо Станиславовичу, что он, говорит, меня пригласил сюда, тому подобное. Говорит, больше бы людей было бы, понимаете, это ж образ жизни, понимаете, здоровье, тому подобное. Нация должна быть, крепко у нас в Беларуси должна быть, так же нет, Станиславович? Естественно. Вот. За такую идею выступает и единственная пока что женщина в клубе Екатерина Войтихович, которая прививает любовь к закаливанию и подрастающему сыну. Хотя и сама в этом деле еще только пионер. Даже не знаю, ну как-то вот я в бане могу тоже попариться и окунуться в холодной воде. Это, ну, для тела, наверное, для здоровья. Вот. С того года я стала на крещение купаться. Но на крещение окунулся, и ты воду не почувствовал. А вот здесь можно даже проплыть, почувствовать воду. Также со мной купается старший сын, ему 14 лет, Никита. Но сегодня его нету, потому что он на соревнованиях в Слониме, занимается легкой атлетикой. Вот. Муж мой, только моя группа поддержки, не окунается. Ну, а так, ну, главное, ну, для здоровья вот это. А вот своего помощника по хозяйству Вячеслав Лобачевский уговорил окунуться в прорубь, чтобы ощутить на себе свойства ледяной воды. После этого эксперимента Виктор Сахановский один из первых на трапе в прорубь. Стаж у меня маленький. Ну, как бы, уже ж не молодые годы у нас. Надо ж немножко к здоровью обращаться, смотреть за этим всем. Ну, подвинул нас на все это, конечно, Станиславович. Ему большое спасибо. Погода нормальная, вода отличная. Ощущение непередаваемое. Кто не попробовал, тот не поймет. А кто пробовал, никогда не бросит. Таких, верит Вячеслав Лобачевский, много. Это доказывает ежегодный праздник Крещения. Главное – найти этих людей и собрать в одну дружную команду. Для этого островецкий фермер создает клуб любителей зимнего плавания. В одиночку нас много. Многие желают, но они не находят как бы центр. Так вот мы предлагаем, что вот это и есть наш новый центр, который мы должны развить в течение, хочу сказать, месяца-два. В течение пару лет мы должны создать хорошую, дружную команду. Не будем называть такими словами моржей, а любителей зимнего плавания, любителей здоровья. Не будем употреблять фразу «любителей здорового образа жизни», «любителей здоровья». И это сказано все. Поэтому это мероприятие, я думаю, нормальное, оно получит продолжение, получит жизнь, нас поймут и с нами согласятся. И мы приглашаем всех, кто желает, приходите к нам, будем купаться вместе, найдем другие формы общения, создадим свой клуб, и это будет очень интересно. Вы время проведете и здоровье без аптеки купите. А ведь и правда, ледяная вода с разумным подходом и верой способна прокачать наше здоровье до самой последней версии, в которой нет места ни вирусам, ни болячкам. Уж поверьте, мы проверили это на себе. Вы смотрели «Твой островец», а это самые горячие ваши новости под объективами наших видеокамер. Эфир программы можно посмотреть на сайте газеты островец.бай. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Островецкая правда», а также в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте с пометкой на название газеты. Всего доброго и до встречи на канале Лида ТВ.